Всей души обладатель звезды Аллы, первый голос радио Алла, сегодня прямо с самолета, прямо на эту сцену, легендарную сцену театра оперетты, Наталья Болевская. Complètement malade, comme
хочу пожелать вам, чтобы с вами всегда было Божье благословение, чтобы Божья Матерь всегда покрывала вас своим амфором. Женского вам счастья и долголетия! Спасибо. Спасибо вам большое.